Привет всем! Сегодня, как ни странно, уже вечер. Короче, я 2 дня был в Кисловодске. В 6 утра сегодня выехал, в 10 был в Минске. Поехал на свое новое место работы. Поехал на новую работу и иду в зал. У меня абонемент закончился, денег нету, я нищий. Продал вещь недавно, в четверг отправил. В Витебск ее купили. И хорошо, что сегодня деньги пришли, и у меня есть 60 рублей. Я куплю сейчас одну тренировку, схожу в магазин, куплю собаке еды, себе еды, потому что пустой холодильник, только бабушкины яйца. Бабушкины яйца. Сегодня 6-я неделя, то есть 4-дневка должна быть, и планы меняются. Перехожу в новый зал, и, наверное, новая система, и буду худеть. Так вот, после бабушки я вешу 80, почти 81 килограмм. Столько людей, столько качков, и они все больше меня, и меня депресняют. Я небольшой такой, но... Все равно как-то стыд. С утра как-то так я себя более комфортно чувствую сейчас. Так что получится, я буду снимать только тут. Сейчас снял, потому что были люди, много на эту штангу, 3 или 4 человека было, и все в темпе делал, чтобы успеть до 9. Короче, много говорил, зашел, оказывается, ни хера не записывал, забываю смотреть на эту красную пипку. Короче, истина такая, как сказали университет, один преподаватель старый, чем больше интенсивность, то есть вес, тем меньше объем. Не старый преподаватель, это по физиологии сказала женщина, очень классная, красивая такая. Короче, чем больше интенсивность, тем меньше объем. Чем меньше интенсивность, тем больше объем. Все, она сказала, это золотые слова должны быть, золотая. Ой, середина. И я приведу вот такой вот список, график. Таблицу, примерно сколько должно быть подходов для натуралов. Которая в натурашку качается. В принципе, ее замечательно даже использовать, чтобы не погреть, и для фармакологов. Особенно смотрите примерно, считайте, какой у вас опыт, стаж. И примерно подгоняйте под себя эту таблицу. И то это надо к этому от минимума дойти, допустим, от 3-5 подходов на группу мышц, дойти за год до 7-9 подходов. Потом чуть больше, потом где-то спад сделать. И постепенно, в течение, допустим, 5 лет дойти до 15 подходов. Ну, это тяжело. Я на ноги только могу дать 15 подходов. На грудь я максимум, что могу дать, это на 8-10, 6-8 раз, это 10 подходов. Это надо уменьшать веса и увеличивать повторение. И лупить суперсетами, трисетами. Это в следующем видео, когда-нибудь нормально сяду, расскажу, подготовлюсь. У меня жизнь меняется каждую секунду. Проблем куча. Всегда есть выход, не отчаивайтесь, если у кого есть проблемы. Они всегда есть. Если нет выхода, то, блядь, сука, найдите этот выход где-нибудь, как-нибудь. Постоянно волнуюсь, где взять денег, где... Хотя я работаю, и никто не понимает, что с утра до ночи работаю, и тренируюсь, и видео снимаю. Ищите выход, не отчаивайтесь. Любите себя, качайтесь. И всего вам хорошего, ребята, девчата. Любите этот мир и себя тоже. До новых встреч.